Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Прокуратура проверит расходы на поддержку малого и среднего бизнеса. В прошлом году на программу по поддержке предпринимательства было выделено из областного бюджета порядка 100 миллионов рублей. Они выплачиваются как субсидии на софинансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными целевыми программами поддержки и развития субъектов предпринимательства. Также деньги получают фонды поддержки и развития предпринимательства и бизнес-инкубаторы. Прокуратура собирается проверить законность и результативность расходования бюджетных средств. Она изучит также жалобы и обращения граждан и юридических лиц в правоохранительные и контролирующие органы, сообщения в СМИ и меры, которые принимаются по пресечению нарушений в указанной сфере. Программа «Экономика». Молот выплатит 5 миллионов Минобороны. Московский арбитражный суд удовлетворил требования министерства к Вятскополянскому заводу. Как сообщает «Навигатор», предприятие должно выплатить неустойку за невыполнение контракта, заключенного в 2011 году. Молот должен был провести работы по утилизации стрелкового оружия и средств ближнего боя. Работы не были выполнены в срок. Министерство обращалось с претензией к молоту, но она осталась без ответа. Суд обязал молот уплатить неустойку более 5 миллионов рублей. Экономика. Белых обсудит строительство Игрограда с министром экономразвития. На этой неделе Никита Белых проведет встречу в Москве с Денисом Мантуровым. Одной из ее тем станет создание так называемого Игрограда в Кирове. По словам в РИО губернатора, сейчас создание федеральной стратегии по развитию индустрии детских товаров находится на начальном этапе. Денег по ней не выделено, но Белых надеется, что в этом году решение по финансированию появится. При этом он отмечает, что даже без федеральных средств проект Игроград в Кировской области будет реализован. На это потребуется порядка 400 миллионов рублей. Проект подразумевает строительство технопарка, где разместятся производители и проектировщики товаров для детей. В завершение курса валют на сегодня: доллар стоит 34 рубля 25 копеек, евро 46,90. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.